Это Патрики. Субботний вечер. Надо было 4К взять. Я догоню. Ну только можно снять одним видео. Какая пробка. Мне одним снимать. Я просто по-другому не смогу закачать на видео. Хороший вариант прогуляться, да? Так, на кого-то итальянская лампа висит. Мурано. Ничего себе лампочка мурановская. Надо приблизить, наверное. Кто-то там живет в этих окнах. Слушай, а мы так до дома дойдем, по-моему. А почему не надо? Мы же практически на Садовом. Нет, мы на Садовом кольце уже практически. Да. Так. Ну что за машина? Раритетная. Да.
Суши Сакайо, кстати, это тоже Ginza Project. Вот. О, блин, я там не была, можно Патрике пруд. Сейчас мы туда заглянем. Далее, пошли. Можно так пруд посмотреть ночной. Ну тут все эти рестораны. Кстати, вот мы на том каком-то ресторане были главом здесь на Патриках. Мороженки. Здесь тоже ресторан хороший. Вот он, Патриарший пруд. Давай сюда зайдем. Просто там красивая картинка. Я тогда выложу одним куском. У меня нет возможности монтировать. Вот этот ресторан я хочу с этой стороны. Bana bok aldınız ama. Öyle de bilerek aldım. Bilerek aldım. Меня зовут. Ну, может быть. Ну, красиво так. Слушай, ну давай обратно. Хотел этот ресторан показать, Эрвин, который прям... Чильми, бог тебя, блядь. А мы сейчас прям пойдем туда, на Садовые, и мы уже дома. Просто хотела показать. Можем здесь пройти. Пойдем здесь. Ну там самая жара. Там. А мы идем дальше. Thank you.
темноте. Здесь красиво так, приятный воздух. Я просто вынуждена снимать. Я бы сейчас остановила камеру в темноте. Но вынуждена снимать, потому что я хочу выложить полное видео. У меня нет возможности монтировать. Знаешь эту песню? Как здорово! Вот это здание красивое очень. Это вот здание красивое. Здесь все красивое, конечно. Все. Ну, когда они были. Ладно, пошли вроде. Ну и все, мы вышли на Садовое кольцо. То есть мы с Тверской, от с Пушкинской, по прямой просто шли, и смотри, мы дошли до Садового кольца. Да. Ну, там еще немножко пройти, правда, совсем чуть-чуть. А это вот это здание, которое, видишь, оно очень красивое. С таким витым куполом, там такая лестница витая. Она со всех сторон видна. Вот она, высотка впереди видна, которая на Краснопресненской. Карта Москвы. В общем, нужно нам теперь до той высотки дойти. И мы практически дома. Время почти 11 часов. Время 11. Все, я с вами прощаюсь. Спасибо за прогулку по Патрикам. Мы прошли маршрут от Пушкинской площади до Садового кольца.
Все, всем пока.